Один большой праздник, объединивший сразу два повода – День образования Камчатского края и День молодежи – ждет жителей краевой столицы в субботу 30 июня. Основные торжества пройдут на главной площади Петропавловска. Старт празднику в 15:00 даст программа «Экватор года волонтеров». В это же время начнет работать выставка-ярмарка рабочих профессий «Арт-профи-форум-2018». Также гости праздника смогут посетить различные выставки, поучаствовать в работе тематических площадок и сделать памятное фото в различных фотозонах. В рамках спортивных событий дня с 15 до 18 часов пройдут соревнования на гироскутерах. Наблюдать за ними можно будет в центральной городской набережной. А в 16:00 начнется яркое шоу-битва «Все стили в силе». Праздник завершится молодежной дискотекой, которая пройдет с 20 до 22 часов. Отметим, что 30 июня с 14 часов до 22:30 будет перекрыто движение автотранспорта по Зерновской косе. А в случае неблагоприятных погодных условий праздник перенесут на воскресенье. Отметим, что Камчатский край образован 1 июля 2007 года. В результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа. В этом году краю исполнится 11 лет. Дорогая, любимая Камчатка, глубоко уважаемые, дорогие земляки, день рождения Камчатского края, наш общий праздник, день рождения нашего родного отчего дома. От всего сердца желаю процветания и благоденствия нашей Камчатской земле. Желаю, чтобы детский смех, рождение новых семей ознаменовали будущие годы нашей родной Камчатки. Желаю, чтобы успешные инвестиционные проекты, производства приходили и развивались, чтобы создавались новые рабочие места. Уверена, что сегодня потенциал, который есть у камчатцев и у Камчатского края, огромен. 11 лет назад жители полуострова сказали «да» объединению двух регионов. И время показало правильность этого выбора. За короткий, по меркам истории, срок нам удалось коренным образом изменить лицо полуострова, добиться хороших результатов в экономике и социальной сфере, благоустройстве наших городов и поселков, решении вопросов транспортной доступности. Это результат работы всех жителей края, всех, кому не безразлична судьба и будущее Камчатки. Дорогие друзья, наш край молод и обладает богатым прошлым, огромными природными ресурсами. Но самое главное, он богат людьми, трудолюбивыми, преданными родной земле. Добавим также, что согласно постановлению правительства Камчатского края, в день проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Международного дня молодежи, в регионе запрещена розничная продажа алкогольной продукции.